Давным-давно на Земле существовала другая цивилизация. Она исчезла, но не бесследно. Гарпун мне в бок! Вот это да! Два друга. Я всегда в тебя верил! Сделали удивительное открытие. Что это вообще за арка? Ну-ка проверим, я не я, а акула! Ничего себе! А у меня зубы острые! Но невероятная находка... Значит, говоришь, волшебная арка сделала тебя таким большим? Обернулась катастрофой. Мы проплывем через арку, увеличимся и легко захватим город рыб. Ты прям как акула. Вперед! От автора сценария «Истории игрушек». Город рыб в опасности. Нам нужен план. Мы отправимся в прошлое, где нет мурен. Увеличимся, вернемся обратно и надерем муренам хвосты. Что? Святой тунец. И теперь, чтобы спасти свой дом... Да ладно, Дельфи, ты реальный супергерой. Вперед! Они должны быть сильными. Умрем как один, но не пропустим их. Как ты думаешь, он не перебарщивает? Бесстрашными. А давай сначала ты, а я за тобой. Да, ладно. И отважными духом. Не смеши мою луну. Дельфи, сынок, ты сможешь добиться всего, чего хочешь, если не будешь сдаваться и поплывешь до конца. Ах вы, гады морские! Полное погружение. Хочу иметь много денег! Чё за дела? Я не это имел в виду! Дельфи, помоги! Смотрите в кинотеатрах с 29 октября.